были глазастые, что ли, или внимательные, не знаю, как правильно сказать, зрители, которые сказали в прошлый раз: «Миш, ты не распаковал одну посылку», да? Ну, не распаковал я ее по какой причине? Потому что помимо того, что распаковывать, да, очень хорошо все-таки это сразу пробовать, что из себя представляет, чтобы понимать, да, и можно было давать совет. Вот очень хорошая идея брызгать креветки. Почему я не распаковывал? Потому что у меня не было лимона. Теперь у меня лимон есть, и мы можем с вами все это дело Ух ты ж, как все мокро стало. Наверное, после того, как я про лимон сниму, надо будет заходить на какое-то время, взять тряпочку, вытереть. Блин, ребят, да это просто великолепно. Я не знаю, на чем вам. Вам видно, нет? Это просто... Это чудесно. То есть, вот когда берешь лимон и выжимаешь его на креветки, они становятся, ну, как-то вот... Где-то кисло, где-то не кисло. Вот такой брызгалкой абсолютно равномерно можно все это дело выжать, потом дожать. Это чудесное устройство, я думаю, займет свое достойное место в... разделе «Кухонные приблуды». Если вам интересен этот раздел, правый верхний угол, нажимаете кнопочку «Информация», там раздел «Кухонные приблуды». Ну, пока не особо много чего там есть, но будет наполняться.